10, 20, 30, а то и 50 километров в час не предел. Дорожники сделали свое дело. Автодорога удачной, мирной приобрела новые очертания. Сейчас на когда-то проблемном участке примерно в 20 километрах от Удачного можно развить скорость до 80 километров в час. Совсем недавно в это можно было поверить с трудом, но это свершилось благодаря слаженным действиям дорожников. На участок дороги Удачного в сторону Мирного тяжелая техника заехала весной. Персонал работал в круглосуточном режиме. Допустить ошибок было нельзя, поэтому и состав дорожной одежды подбирался тщательно. Заменили грунт в дорожном полотне, произвели опять же уплотнение дорожного полотна, более такой скальный грунт подобрали, чтобы дорога не клеилась. Также провели дорожную одежду, постелили ПГС со связующим. Заменили тоже. Две недели эксплуатации дорожного полотна показали, даже при обильных осадках дорога не деформируется, колея не образовывается. А значит, подарок автолюбителям дорожники сделали достойный. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».